Сегодня на репетиции будут дополнительные исполнители. Проследи, чтобы их одели как положено и дали им пиво, прежде чем мы начнем. Доброе утро, маэстро. А, Рис, ты здесь? Простите, что опоздал. Ничего, зато я успел побриться. Я не должен выглядеть как дикий зверь, правда? А ты как? Рад, что вы в таком хорошем настроении. Почему бы и нет? Ты не видел мою парадную рубашку? Я просил служанку погладить ее, но бог ее знает. Это она? Нижние жильцы жалуются. Говорят, что потолок протекает. Я всего лишь вымылся. Что с ними такое? Вы по-прежнему хотите идти пешком? Я могу поискать экипаж. Нет. Сегодня прекрасный день. Прогуляемся. Партитура на фортепиано. Симфония Бонапарт. Людвиг ван Бетховен. Вы волнуетесь? О чем? За новое сочинение. Нет, что мне за него волноваться? Я непобедим. Я мог бы завоевать этот город. Добьетесь успеха там, где потерпел поражение Бонапарт? Бонапарт пытался освободить нас, а не завоевать. Освободить от тирании. Он делает это довольно агрессивно. Мой друг Менцель говорит, что он вернется. Нет, больше они не нападут. Мы подписали мир. Впрочем, я думал не об этом. А о чем? Доброе утро, дети. Вы позавтракали? Да, мама. Везде такая суета. Опять будет музыка? К нам придет господин Бетховен. Идемте, дети. Ты опоздаешь. Я не могу играть на пустой желудок. Прости, Паул. Ты можешь играть? Конечно, я могу играть. Но не могу добраться до места. Я не хочу лишиться работы. Добро пожаловать, дорогой граф. Сегодня у нас особенный сюрприз. Думаю, вы, как любитель музыки, его оцените. Гайден? Бетховен. Он написал новую симфонию. Мы услышим ее первыми во всем мире. Где мибемольный крон? Он мне нужен. Отдайте его мне. Нет. Нет, дайте сюда. Хватит. Спасибо. Я пригласил еще одну валторну, как вы просили. Ну разве двух недостаточно? В скерце есть трезвучий, идиот. Как можно исполнить аккорд двумя валторнами? Я не смотрел партитуру. От этого ты не стал меньшим идиотом. Какое великолепие. Никто не любит природу так, как я. Деревья словно пускают корни в моем сердце.
Если бы не это, я давно покончил бы с собой. Продолжайте, продолжайте. Как только все будут здесь, мы начнем. Вроницкий, руководитель оркестра. Вроницкий, граф Дитрихштейн. Сколько лет ты в нашем доме? 18, 20? Никогда не говорит ни слова. Прошу. И нам разрешают слушать? Да, права человека и все такое. Конечно, мы можем слушать. Князь считает, что это полезно для нас. А какая будет музыка? Как правило, под нее можно танцевать или молиться. Или то, или другое. Как правило. Простите, ваша светлость. Он еле ходит. Пришлось нанять экипаж. Ничего. Вы исполнительны, мне это нравится. Пусть твой отец отдохнет немного. Сколько ты заплатил, Паул? Флорин, ваша светлость. Тебе возместят расходы. Гражданин Фишер. Гражданин, ты опаздываешь на революцию, Отто. Я всегда опаздываю. Господин Бетховен, я должен идти по черной лестнице. Но ты артист. Я всего лишь волтронист. Мы артисты, ходим по парадной. Идем. А, гений. Вы хорошо выглядите. Думаю, вы не знакомы с графом Дитрихштейном из Праги. Доброе утро. Людвиг ван Бетховен. Это мой ученик Рис. Я слышал, что вы талантливый пианист, но больше ничего о вас не знаю. Ван Бетховен, вы голландец? Нет, я из Бонна. А какого сословия? Землевладелец? Землевладелец? Я похож на землевладельца? Нет, я мозговладелец. Мозговладелец. Хорошо сказано. Плодородная почва. Наш друг думает, что талант освобождает его от принятых правил чинопочитания. Так и есть, верно? Да-да. Во всяком случае, здесь. В чем дело? Ее здесь нет. Она придет. Все это когда-нибудь исчезнет. Все будет сметено. Да, так говорят. Все богатство перейдет народу. К тому времени мало что останется. Эти концерты и все прочее.
Он промотал семейное состояние. А кому посвящена третья симфония? Я не знаю. На титульном листе написано «Бонапарт». Бонапарт? Простите, что упоминаю это имя, ваша светлость. Я не против. Я люблю все французское. А гильотина? Террор? Но с этим покончено. Нам есть чему учиться у наших друзей в Париже. Их общество будет идти вперед, а у нас здесь застой. Потому что мы ничто. Мы ничего не делаем. Мы создаем лучшую музыку в Европе. Разве музыка существует независимо от политики, господин Рис? Не могу сказать. Не можете? А я могу. Устоит ли мир? Или русские и англичане втянут нас в войну? Как думаете, Лобковиц? Я мало в этом разбираюсь, друг мой. Я не совсем в курсе последних международных событий. Что вы представите нам сегодня? Это будет оригинально? Это оригинально от начала до конца. Но это, право, невозможно. Я выбрал новое направление, ваша светлость. Новое направление? Новый путь. Мне нужен был новый путь через лес. А прежний путь был чем-то плох? Прошу. Ваша светлость. Мы работали круглосуточно. Это чудовищное произведение. Ничего себе. Все готовы, сударь? Моя жена говорит, что это о Наполеоне. Как можно сказать, что музыка о чем-то? Я не видел ничего подобного. Может, это вообще не музыка? Я думал, вы хорошие музыканты. Все так неритмично. И пометок столько, что не прочесть. Господа, господа, это первая попытка. Терпение, пожалуйста. Даже для моих ушей это звучит довольно жестоко. Это трудно сыграть, вам не кажется? Неистово.
Без нужды неистовы. Бонапарт. Я разметил все именно так, как это нужно играть. Здесь отметка, видите? Сфорцандо. Сфорцандо? Резкое начало каждой ноты, ваша светлость. Словно удар. Как современно. Друзья вас учили создавать красивые звучания. Но мне не нужен красивый звук. В других местах, да, но не здесь. Это призыв, повеление. Сыграйте первые два аккорда. Мне нужно больше интенсивности, больше силы. Еще раз, пожалуйста. Не надо осторожничать, играйте громче. Мы никогда не играем громче. Из-за мелодии трудно следить, она меняется. Да, меняется. Настроение все время меняется. Вы хотите сказать, что не можете это сыграть? Вовсе нет. Так играйте ради Христа. Можно играть немного медленнее? Нет. Немедленно. Очень быстро. Да, вот так. Подчеркнуть каждый акцент. Словно плотина рухнула.
Глупец. Не так. Не мешай. Это ошибка копииста, так? Я оставила двух старших в детской. Надеюсь, вы не против? Что за суматоха? Валторна вступила слишком рано. Это моя рука. Ошибки нет? Конечно, ошибки нет. Поразительно. Отто играл так, как написано. Тогда продолжим. Прошу прощения. Ты хочешь мне день испортить? Это звучало неправильно. Ах, не по правилам. Ступай туда, встань там. Проваливай. Господа. Thank you.
Гайден бы уже ушел, правда? Намудрил он с этой работой, да? С формой и вообще. Давайте продолжим. Это было превосходно. Я видела битву. Генерала, коня, вставшего на дыбы. Блеск сабли и колонны солдат, идущих через горы. Так и должно быть, да? Если хотите. Если это была битва, то нужны были малые барабаны. Барабаны, горные и маршевый темп. Я видел скорее античного героя. Вероятно, грека. Ахилла. Простите, я забыл. Позвольте представить моего кузена фон Дитрихштейна, графиня фон Дейм, графиня фон Брунсвик. Как поживает ваш брат? Он в замке Коромпа, иначе он непременно был бы здесь. Он обожает эти собрания. Он передает вам привет. Простите, что мы пропустили вступление, Луи. Вы немного потеряли, моя дорогая. Безвкусное смешение диатонической и хроматической гаммы. Ради этого не стоило спешить. То, что мы слышали, было великолепно. Начнем очень-очень мягко. Здесь пометка «сотто воче» в полголоса. Нелепость. Это вокальная пометка. Я не вижу здесь певцов, а вы? Это похоронный марш вроницкий. Осторожней с крещендо, они неполные. Thank you.
Я так и вижу похоронные кортежи на бульварах. Да, Тереза? Черные плюмажи на конях, золотые палеты. Но кто умер? Неужели герой?
Thank you.
Это было неплохо. Но это не симфония. А вы судья? Вы решаете, что есть искусство? Спокойно, спокойно, молодой человек. Я не сказал, что это не искусство. Но у симфонии есть структура. А это бесформенная масса, простое воспроизведение шума, нагромождение колоссальных идей. Музыка очень эмоциональна. В ней есть безупречные элементы, но она полна диссонанса. Ей не хватает завершенности. Это не то, что мы называем симфонией. Я думаю, что она еще не завершена. Верно? Вот именно. Время обеда, мы прослушали лишь половину. Полагаю, в ней есть четыре части. Герхард. Пора. Признайте, дорогой друг, это довольно трудно. Ваша светлость — это высшая похвала для артиста. Правда? Как парадоксально. Почему? Потому что трудно. Это хорошо. Трудное — это прекрасно. Трудное — ближе к правде. Да, я понимаю, к чему вы клоните. Прекрасно, Луи. Так эмоционально, так, как бы сказать, по-французски. По-французски? Это ново, смело. По-французски? Французы — грабители и головорезы, а Бонапарт — дурно воспитанный авантюрист. Луи так не думает, правда? Он защитник бедных. Наверное, это хорошо. Кто-то должен им быть. Он шарлатан. Ему плевать на бедных. Он не сделал для них и половины того, что сделал наш Лобковиц. Он лишь музыкант, работающий на князя. Нельзя оскорблять своего работодателя. Он не работает на князя. Он не слуга, как Вроницкий. Он пишет, что хочет и когда хочет. Но он не может говорить со знатью Австрии и Венгрии, как с равными. Он считает, что талант делает его благородным. Он не признает неравенства. Это опасные воззрения, господин Рис. Людей за меньшее вешали. Ребята, это для музыкантов. Благородные господа будут обедать позже. Пиво, пожалуйста. А ты держись подальше от горничной. Кирстен? Я даже и не думал. А что вы скажете об оркестре? Они подняли симфонию на новую высоту. Боже, правда? Иди. Он словно римский герой. Сметает существовавшей до него олигархии. Он называет себя первым консулом, а их всего трое. Разве это не олигархия? Не правление немногих. Народ любит Наполеона. Народ устанет от войны. Нет, потому что эта война покончит с угнетением во всей Европе. Лучше угнетение, чем смерть. Я потерял брата в 96-м. Мой отец тоже служил добровольцем. Да. Да. И я вернулся живым. Слава богу. Нас было 60 тысяч, но мы потерпели поражение. А вы написали нам патриотическую песню. Мы все здесь патриоты, Альбрехт. Да, но некоторые патриотичнее других. В 96-м французы были в 50 милях от города. Будь я проклят, если опять подпущу их так близко. Если Бонапарт потерпит поражение, мы вернемся в Средневековье. Все наши новые идеи окажутся пустыми, потому что нам не разрешат говорить. Лучше это, чем правление французов. Франция — это свобода. Я за нее. А вы, маэстро? За что вы? Я скажу, против чего я. Я против тирании, а Бонапарт сражается, чтобы свергнуть ее. В этом я за Отто. Но будет ли революция здесь? Я думаю, что... Пока у Венца есть пиво и колбаски, он не пойдет на смуту, а будет заниматься своими делами. Но если он пропустит завтрак, он восстанет. На баррикады, граждане, я умираю с голоду. Ваша светлость, если вы не накормите этих ребят, будет бунт. Я об этом подумал.
Вы правы в одном. Великодушие нашего князя безгранично. Господин Бетховен, великодушие к бедным свойственно хорошим правителям. Да-да. Полагаю, при самом лучшем правительстве бедные вообще исчезнут. Я так не думаю, дорогой друг. Я так не думаю. Луи, вы такой мечтатель. Мы можем с вами поговорить. Поймите, я не дерзок. Мое преступление в том, что я горяч и плохо умею скрывать свои чувства. Я никого не хочу обидеть. Итак? Все идет хорошо, да? Если не считать осла Риса, неплохо. Я чуть не осталась дома. Жозефина. Мой дорогой. Если бы вы не приехали. Мне нелегко. Да. Прошло лишь несколько месяцев. Да, это внезапно, я знаю. Но вы скоро вернетесь в замок Коромпа, если бы я не попытался. Я знаю. Я решился. Я не знаю, как это обернется. Так, как будет лучше для всех. Помните, когда мать впервые привела вас на уроки фортепиано? Я не мог решить, в кого влюбиться, в вас или в вашу сестру. Луи. Слава Богу. Слава Богу, что это были вы. Может, с Терезой вы были бы счастливее? Невозможно. Может, Тереза не вышла бы замуж и не родила бы четверых детей? Может быть. А я вышла. Фон Дейм был хорошим выбором. Я понимаю, это прагматичное решение. Но теперь, милая Жозефина. Людвиг, как мы сможем жить? Нет. Дела идут на лад, и неплохо. Я не намерен вечно быть бедным. Вы разбогатеете? Это неизбежно. Но как? Вы едва умеете складывать и вычитать. Признаю, я беспомощен в делах и плохо считаю. О моих интересах заботятся мои братья. Они не так некомпетентны в финансах, как я. Князь Лихновский готов платить мне 600 флоринов в год. А в прошлом году я получил 1800 за благотворительный концерт. Этого недостаточно. Недостаточно? Думаю, вы понятия не имеете, что сколько стоит. Вообще-то нет. А я имею. Но жалование моего брата Карла на гражданской службе всего 2500 в год, и он живет на них. А я могу получить 18 сотен за концерт. Дело не в деньгах. А в чем же? У меня четверо детей. Я стану им отцом. Так не получится. Вы не говорите мне «нет»? Я вдова 7 месяцев. Вы же не говорите мне «нет». Я всей душой люблю вас. Вы свободны и можете выйти за кого хотите. Вам нравится моя музыка, верно? Она такая громкая, воинственная, с такими резкими переходами. Она говорит мне о неистовстве, а я хочу покоя. Я отчаянно хочу покоя. Я охвачена ею. Я ей предана. Но, честно говоря, она меня пугает. Пугает? Страсть может пугать. Маэстро, простите, они готовы играть скерцо. Где твои манеры? Ты не видишь, что я беседую с дамой? Да, простите, простите. Ты непростительно глуп, Рис, и делаешь все, чтобы разозлить меня. Скажи Вороницкому, чтобы начинали без меня.
Эта часть готова. Разве вам не нужно ее услышать? Мне нужно послушать Валторн, остальное готово. Вы так уверены? Это легкая разрядка после похорон. Танец, возвращение к жизни. Это легко, все готово. Вы сердитесь на меня? Я не сержусь. Вы говорите сердито? Вы говорите мне нет? Вам нужно послушать Валторны. Мне нужно услышать ваш ответ, графиня. Вы станете моей женой или нет? Я не могу. Видно, я недостаточно хорош для вас. Нет, неправда. Я люблю вас. Но вас пугает моя музыка. Мне не следовало этого говорить. Хотите, я постараюсь переубедить вас? По поводу музыки? Нет, по поводу брака, черт возьми. Извините меня. Я был груб, простите. Луи, это бесполезно. Если бы я могла стать вашей женой, я бы стала. Но мне это запрещено. Но без вас мне нет жизни. Вы мой мир. Мое сердце переполнено тем, что я хочу вам сказать. Но порой я думаю, что говорить бессмысленно. Речь — это бесполезная способность. Закон Австрии говорит ясно. Если я выйду за простолюдина, то потеряю не только титул, но и опеку над детьми. Их отберут у меня. Вы не можете стать им отцом. Это запрещено законом. Мы уедем. Я думал поехать во Францию. Я не могу расстаться с детьми, Луи. Вы не можете стать женой человека без титула? Нет. Не могу. Сейчас зазвучат мои Валторны. Дайте движение!
Продолжаем до конца. Маэстро. Простите. Рис, ты назойливое насекомое. Что? Простите, здесь господин Гайден. Учитель. Господин Гайден, прошу вас. Мы так рады вас видеть. Принесите шампанское. Надеюсь, это открытая репетиция. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Это мой ученик Рис. Он идиот. Все ученики идиоты. Это традиция. Присядем, ваша светлость. Он больше 30 лет был капельмейстером у Эстерхази. Старый князь умер, его сын оставил Гайдена при себе. Но он может писать для кого захочет. А раньше не мог? Нет, конечно. Ни для кого, кроме Эстерхази. Я думал, что он знатного происхождения. Гайден? Его отец был колесным мастером. Значит, у меня еще есть надежда? Сомневаюсь. Ты сделал это? Спасибо. Я с большим нетерпением жду продолжения. Как идет репетиция? Превосходно, превосходно. Это хорошая работа, господин Гайден. Но, к сожалению, не высшего качества. Нет. В отличие от ваших произведений, она не стремится к совершенству формы. Сплошной рев и рычание. Я помню, что стремился лишь найти равновесие между эмоциями и рассудком. Ключ, как всегда, в сдержанности. Я не очень умею сдерживаться. И мы любим вас за это, Луи. Но в итоге все это ничего не стоит. После смерти моей дорогой жены я думаю об одном. Когда придет конец? Может быть, сегодня? Я лишился сил, ваша светлость. Страдаю от ужасных головных болей, головокружения. И больше не могу играть на фортепиано. Но вы сочинили «Времена года». Блестящее произведение. «Времена года» утомили меня. Не надо было это писать. Они истощили меня. Его преследуют мысли о смерти. Мой учитель боготворит его. Эти люди ненормальные. Вам надо ехать в Англию. Там можно хорошо заработать. Правда? Я хотел бы найти издателя, который пожизненно платил бы мне годовой доход. Он имел бы право издавать все мои сочинения. Мне нужна лишь финансовая стабильность, чтобы я мог работать. Кажется, такой договор есть у Гёте. Если я не ошибаюсь, тоже сделал для Генделя его лондонский издатель. Но вы не Гёте. И не Гендель. И никогда не будете ими. А вы откуда знаете? Потому что такие люди больше не рождаются. Дорогой мой,
Он не хочет вас обидеть. Это распространенная точка зрения. Люди не могут поверить, что молодой человек может чего-то добиться. Это так реакционно. Ваша светлость, я не могу общаться с людьми, которые не верят в меня. Давайте закончим репетицию. Мне не хочется. Я хочу домой. Пожалуйста, не уходите. В Хайлигенштадте я счастлив. Там есть деревья, ручьи и закаты. А что есть для меня здесь? У моего мужа есть для вас предложение. Разве? Ах, да. Мне нравится это произведение, Людвиг. Это необычайный эксперимент для ничего не подозревающего мира. Я хотел бы услышать его снова. Скажем, 2000 флоринов на полгода. Эксклюзивные права. Это финал? Да. У нас есть тема? Героизм. Прекрасно. Thank you.
Куда вы хотите пойти поужинать? Князь Лобковиц приглашал нас обедать во дворце. Вы не захотели? Лучше я поем с тобой. К тому же я заметил, что не всегда слышу, что они говорят. Они думают, что я груб, но я не разбираю слов. Мои уши бесполезны, Рис. И речь не намного лучше. Ты ее видел, Рис? Кого, маэстро? Графиню. Да. Красавица, правда? По-моему, сестра красивее. Рис, может, ты и знаешь кое-что о контрапункте и гармонии, но ты совсем ничего не знаешь о жизни. Что вы скажете, господин Гайден? Очень длинно. Очень утомительно. Но необычно, правда? Необычно? Он сделал то, чего не пытался сделать ни один другой композитор. Он поставил себя в центр своего произведения. Дал нам заглянуть в свою душу. Наверное. Поэтому так шумно. Но это нечто совершенно новое. Музыкант как герой. Абсолютно новое. Все стало другим с этого дня. Простите, маэстро, здесь Менцель. Я пойду поздороваюсь. Что вы будете есть? Прошу прощения. Я спросил, что вы будете есть? Менцель только что из клуба. Есть новости из Парижа. Какие новости? Бонапарт провозгласил себя императором. Императором? Да. Устроил коронацию и все остальное. Он больше не первый консул. Он император. Такой же, как все остальные. Ешь свою рыбу, Рис.
Спасибо. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».